Всякие скверные, спасибо за душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресвятого Великого Никола Ни. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святые, посети и исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресвятого Великого Никола Ни. Отче наш, иже и сей на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила, слава Отца и Сына и Святого Духа, и Писного и Крестного. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющие эти молитвы, яко владыцы грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас. На Тебя бы уповах, не прогневайся на нызело, не жив ни беззаконий наших. Но призри и ныне, яко благоутробенно избавлены от враг наших, Ты бы и Бог наш. И мы люди Твои, все дела руку Твоей, имя Твое призывай. Сокровища благих и жизни подателей, приди вселись мы и очисти нас всякие скверны. Спасибо вам. Thank you.
Не апостол, апостол. Апостол вещи. Не читает. Стихи. Не читает больше. Он же не отвечает ей словесе,
и приступши ученицы Его, моляху Его глаголющие, отпусти Якова пьет след нас. Он же отвечав рече, несмь послан токмо к овцам погибшим дому Израилева. Она же пришедшая, поклонись ему глаголющая, Господи, помози мне. Он же отвечав рече, несть добро отъяти хлеба чадом и поврещи псом. Она же рече, ей, Господи, ибо и пси едят от крупиц, падающих от трапезы господей своих. Тогда отвечав Иисус рече ей, о жена, вели вера твоя, будет тебе, яко же хочешь и исцелечи. Вседержителю святых, царю призри с небеси и вишь, как враждуют люди земли наши, замышляют друг на друга суетные, злобные. О, много милостиве, прости грехи и беззаконие наше, их же ради многие скорби, беды и устрашения придоша наны. Благодать. Болящий,
ще Наталії боляще, ще його монаха боляще, і монахині Марси боляще, Горки боляще, Рабовуші, Ніколає, і всіх не боляще, Рабов Божої, страждущі. Простим всякое согрешение, вольны, невольные, воздвигни от одра болезнь, над кожей уклонения цело, все совершенно, воздвигни от одра болезнь, над кожей уклонения цело, все совершенно, даруй церкви, ты упрощающийся, воля твоя, вот сюда ныне пресной воды телефон. Славите с нами, славит Пречестное и крепкое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне пресной телефон. Спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью, премудрость. Я когда Бог державу и Твоей всегда хранили Тебе славу, воссылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Горящей Троице, Пресвятую песню певающую, всякому житейшему, познающему. Я когда царя всех под именем ангельским и невидимым дариносимо чинами, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иже херувимы тайно образующий, иже утворящий Троице, Святой песню певающий, всякому житейшему, отложим по крещению. Я когда царя всех под именем ангельским и невидимым дариносимо чинами, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вот, ничего, ничего, Господи, 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 Господи
Thank you.
что приносите с тобой скромный скорбь, толстый мой, и мир и сидел не спасли духа, и испытал он на ней, и на принадлежащий дальше. Господи, же ты испытал этого духа. Третий час апостола ты не поставил, того богиня ты не отправил. Сердце чисто, созижди во мне Божий Дух, право обнови во утробе моей. Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим не спасла, будто благодарни Ты не от нас, но обнови нас, молящих и сердце. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим не спасла, будто благодарни Ты не от нас, но обнови. Благослови, Владыко, святый хлеб. Говорим во хлеб сей, честное тело Христа. Аминь, благослови, Владыко, святую чашу. Честную кровь Христа. Изрядно. Бог Пресвятей Пречистей, Преблагословенней славней Владычицы нашей Богородицы и Преснодеве Марии. Пресвятая Богородица, помогай. Первый помяни, Господи, великого Господина Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея России, и Господина Святопреосвященнейшего Германа, митрополита Волгоградского и Камышинского, и Господина Святопреосвященнейшего Елисея. Елисея, епископа Урицкого. Их же даруй святым твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, благоденствующих, правоправящих, слова твоя истины. И дашь нам, единим и устыдним сердцем, славить и воспевать, и честное и крепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно веки веков. Вечного Бога и Отца нашего Иисуса Христа со всеми вами. Мир всем головы ваши, Господи, преклоните. Благодати и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с ним же благословенеси, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
Исполнение Церкви Твоей сохрани, освяти любящие благолепие Дома Твоего. Ты тех воспрослави Божественной Твоей силою, и не остави нас уповающих на Тебя, мир, мира ли Твоему дару, Церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше. Епископа Константинограда Златоустого, святого великомученика Георгия Победоносца, мученицы Минодоры, Митродоры, Нимфодоры, преподобного Павла Послушливого Печерского, преподобного князя Андрея, в иночестве Иосафа Спасокубинского, апостолов от 70, Апелия, Луки и Климента, мученица Варипса, мученика Варипса, благоверной царицы греческие Пульхерии, святителей Петра и Павла, епископов Никейских, всех литерских святых и всех алтайских святых, священномученика Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, Ивана Попова, Константина Колпецкого, Петра Григорьева, Василия Максимова, Глеба Пухтина, Василия Маринина, Иоанна Сагронова, Петра Юркова, Николая Павлинова, Палладия, Попова, Пресвитеров, преподобного мученика Милетия Федюнева и Гавриила Яцека, мученика Семёна Туркина, мученицы Татьяны Гримблит, священномученика Иуара, епископа Липецкого, их же и помимо не совершаем и всех святых. Во милуйте и спасет нас, яко благо, и человеку губит. Праздничный вас днем, дорогие братья и сестры. Сегодняшний день у нас, можно сказать, особый день. И вчера был особый день, и сегодня особый день, потому что сегодня мы с вами видим, у нас в храме есть гости, люди, которые к нам приехали. Вот. Это отец Илия, отец Серафим, вот, и другие отцы и братья, которые приехали сослужить в сегодняшней Божественной литургии вместе с нами. И это действительно для нас с вами великое событие, великая радость. Потому что здесь мы с вами живем в деревне, в таком неком захолустье, да, где как бы все нам обыденно, все нам уже до такой степени мы ко всему привыкли. Друг друга уже все видим каждый раз. Вот. Вы видите батюшку, батюшка видит вас. Вот. И мы уже привыкаем. Может быть, даже где-то и надоедаем друг другу, да, частично. Вот, и поэтому сегодня, конечно же, праздник большой. У нас в гостях вот такие люди, которые приехали к нам. Это милость Божия в этом проявляется, конечно же, потому что не просто так это все бывает. Они приехали, чтобы сегодня помолиться здесь у нас, в нашем храме, на нашей с вами земле, вот, Двойновской. Конечно же, это очень радостно, поэтому мы должны с вами понимать все это, да, вот, ценить, можно сказать, сегодня праздник, конечно же, радостный, сегодня много священников у нас собралось, но мы должны с вами ценить, мои дорогие, я думаю, каждый тот день, который нам дает Бог, каждую ту службу, которую нам Господь дает, возможность пребывать на этой службе. К сожалению, мы это не ценим и думаем, что мы еще успеем, еще будет время, когда придет для нас с вами время посещать храм Божий, да, и молиться. Но этого времени, к сожалению, может никогда не наступить. Вот. Потому что мы сами не ценим этого. Господь может не дать нам этого, поверьте. Вот сегодня мы с вами вспоминали очень много новомучеников, которые были
пострадали за веру Христову. Это были, можно сказать, наши с вами совсем недавно жившие люди в 20 веке. Деды, прадеды наши, отцы, которые не побоялись того гонения, которое было поднято в то время на церковь православную. На веру было поднято гонение. Да, они не побоялись этого. И они шли с Богом до последнего своего дыхания. И они помнили и ценили каждый прожитый свой день. И они каждую свою службу ценили. Когда они могли служить эту божественную турги, они понимали, что это есть милость Божия, обращенная к ним. И вот, мои дорогие, помню память сегодняшних вот новомучеников, которые мы поминаем, а мы очень часто их поминаем, потому что очень много людей именно пострадало в эти года гонения, и священников, и архиереев, и мирян, очень много. И много из них прославленных церковью нашей, но много еще не прославленных, но они прославлены у Бога. И поэтому мы должны взирать на тот их подвиг, который они оставили нам с вами. Плохое время, но мы, наверное, не видели тяжелых времен и плохих времен, поэтому мы не имеем сравнения, и мы сейчас это время называем тяжелым. Но время, поверьте мне, благодатное. Благодатное в том плане, что Господь дает нам время для нашего с вами покаяния и возможность дает для этого. Мы имеем возможность открытых храм, открытые монастыри, которые мы можем посещать, которых мы можем соприкасаться. В этом году события, вы не думаете, что это так, так получилось что-то такое, ну, вы даже не представляете, на каком богослужении вчера присутствовали все. Богослужение участвовали, присутствовал, ну, он так в смирении стоял, отец Стефан, отец Ильи, вы знаете, батюшка, это я грешный. Вы знаете, что мы часто вспоминаем, вот я видел такого человека, там, как-то. А нас Господь сподобил видеть таких людей. Мы с отцом Стефаном вспоминали, такого или такого-то. Я еще помню всех первых патриархов имен. Был посвящен и начал служить. И возраст священнослужителей, которые вчера, по крайней мере, присутствовали, всем больше 80, во-первых. И я самый младший, и по возрасту, и по сану, уже 50 лет. Служение, а там 52 и 57. Знаете, что это такое? Ну, у вас тут детей, которые прожили уже столько. А это только служение церкви. То есть, на самом деле, я задумал событие такое, я не знаю уж как, за молитвы ученики, по милости Божией, вы такое имеете возможность созерцать людей, не просто людей, а людей, которые приняли, как говорят, эстафету, выражаясь грубым языком, а точнее преемство от предыдущих поколений. Меня Господь сподобил 4,5 года служить священнику, который был рождение 1890 года. Представляете, что это такое? За прошлый век. Но прошел революцию. И, кстати, вот как раз вот отец Ильи очень переживает, что начинает поддерживать всякие эти партии коммунистические, имеет в виду, на эмблеме которых изображение антихриста. Это вообще антихрист. Это такое. Я лично просто вам пользуюсь возможностью, поскольку вы, надеюсь, услышите. Отец Сергий Орлов, который меня служил 4,5 года, я вам сказал, 1890 года рождения, в 1911 году кончил семинарию. Во время учебы в семинарии прорабатывал капитал. Слышали такое произведение? Вот. Вот это сам произведение он прорабатывал подпольно. То есть тайна. Я говорю, батюшка, теперь вам памятник надо поставить, таких подвижек нет. Я это произведение слышал, конечно. Правда, я больше слышал, как Бисмарк сказал, такой был федеральный канцлер. И когда я встречал старушку,
рабу Божию такую Наталью Алексеевну Мартынову, дочь детского хирурга в Москве. Я служил там около Москвы уже 48 лет на одном месте, ну это не важно. Одним словом, ее отец говорит, да что же ее опубликовали? Понятно, что это Сибири. Неужели такой позор, что государство управляло человек, который умер от Сибири? Простите. Последняя степень Сибири пролеча. Это факт. А мы мне говорят. Я спросил отца Сергия об этом человеке. Это интересный пример. Вообще, журнал «Новая религия», куда это?